Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на нашем онлайн-уроке мы с вами познакомимся с таким танцевальным направлением, как джаз-фанк. Джаз-фанк – современный танцевальный стиль, сформировавшийся около 20 лет назад в США, заимствуя отдельные элементы джазовой хореографии, хип-хопа, эстрадной хореографии и вакинга. Это танец контрастов, где отрывистые и резкие движения неожиданно сменяются мягкими и плавными, поглощая внимание зрителя. От танцора, который выбрал этот стиль, требуется немало умений и творческих способностей. Нужно уметь импровизировать, движения должны быть четкими и отработанными. В движениях танцора обычно можно узнать классические джазовые импровизации. Основателем стиля считают Бобби Ньюберри. Этот хореограф популярных американских шоу, работающий с такими звездами, как Эминем, Пинк и многими другими. Сегодня его мастер-классы собирают огромную аудиторию по всему миру, но не только в США, но и в Европе и Азии. Джаз-фанк пользуется огромной популярностью в молодежной среде, в любой стране мира. Это универсальный язык, который понятен всем. Танцевальная система способна меняться в зависимости от музыки, так как джаз-фанк повзаимствовал элементы из множества стилей. Сегодня это наиболее популярное танцевальное направление, один из самых востребованных стилей в современной хореографии. Популярность джаз-фанка обусловлена тем, что из каждого стиля он повзаимствовал самое лучшее – возможность импровизировать, выражать свои эмоции, делать танец очень энергичным, экспрессивным и динамичным. Танцор получает возможность выразить себя на языке тела. Одна из характерных особенностей танца – это импульсивность. Импульс образуется и проявляется в верхней части тела танцора, расходится от груди, плеч и локтей. Тело совершает быстрые движения в сторону или вперед. Такая спонтанная активность пластики неизменно привлекает зрителя. Джаз-фанк довольно сложно разобрать на отдельные элементы. Этот танец подчиняется только музыкальному ритму. Он дышит и живет, пока звучит музыка. Харизма танцора в этом танце особенно заметна и важна. Джаз-фанк – прекрасный способ самовыражения вне ограниченности социальными или любыми другими условиями. А теперь внимание на экран и наглядно посмотрим на это интересное танцевальное направление. What's good? I'm not the bitch on girls, I'm in the club with the snub. I'm starting to think it won't be that hard.